привет! Наконец-то! Наконец-то мы ведем наш покерный репортаж не откуда-то из других стран, а прямо из сердца нашей России. Сегодня и прямо сейчас уже несколько минут остается до мировой премьеры нашего трека и клипа «Мне все покер». Состоялся. Маша, ты тоже выходи на сцену. Ваши аплодисменты Марине. Большое спасибо Димчу, что он с нами на одной волне. Так уж получилось, что мы занимаемся словом вот этим нижним покером очень давно. Покер это на самом деле не азарт какой-то там, где мы проигрываем наши деньги, а это спорт, это интеллект, это борьба мужчин как за столом. Когда это были шпаги, сейчас это карты, да, соответственно. Един, что слышал и увидел. Значит, большое спасибо компании Merit. Это отель Merit, многие из нас уже там были, из вас. Каждый год мы проводим там большие фестивали. Я в воскресенье лечу туда. Соответственно, это стало нашим родным домом. И, соответственно, клип снимался именно там. Вот, большое спасибо Амире, который все это сделал. Я думаю, ты скажешь. Это отдельно. Я хотел его пригласить как раз на сцену, чтобы он тоже вышел. Амиго, иди сюда. Друзья, а вот этот вот молодой парень, очень скромный и воспитанный молодой человек, Амиго Киз, это человек, который уже второй клип там снимает и очень талантливый режиссер. Я хочу, чтобы его поаплодировали и поприветствовали его. Бро, ну, пару слов. На самом деле я не буду многословен. Я думаю, моя работа сама скажет для себя. Ну, пусть люди посмотрят клип. И я могу пару слов сказать. Благодарности всем, кто нам помогал, это Туру, Маше, ну, Дино и Мишане, конечно, она нам помогала. Это игра, наша жизнь, наш мир, наше все. Если ты сюда попал, никто уже не спасет. Твоя судьба в твоих руках, продюсер и режиссер. Мудрый как шахматист, дерзкий как боксер. Кто-то на последнее, кто-то очень богат. Но все на равных за столом, повар и адвокат. Доктор наук или только еще кандидат. Карты не знают чинов, карты летят наугад. Это дуэль за сукном, спорт для сильных умов. Будь уверен в одном, сопер. Никто же готов эмоциям, тут места нет, тут другая тематика. Это жестче политики, фарт плюс математика. Госпожа удача тут всегда где-то рядом. Дилер с новой колодой мысли приводит порядок. Не пытайтесь критиковать мои пороки. Я игрок и по жизни мне все покер. Спасибо, друзья. Вау. Честно говоря, мне не знаком азарт, который связан именно с играми. Мне интересна эта игра, как математика, рассчитывать свои шансы, заигрывать с удачей, потому что, как бы ты на удачу не надеялся, математика срабатывает в любом случае, и нужно всегда высчитывать процент возможности выигрыша. В любой момент нужно анализировать соперника, делать ставки, пан или пропал, но удача, конечно, тоже важна. Вот, а пока немножко качнем, да, все вместе. Маша, где ты? Иди сюда, поем. Друзья, здесь можно уже не стесняться аплодировать. Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит масть. Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит масть. Не каждому это дано, не всем понятен эффект. Блеф это масть. Мастерство необходим интеллект. И даже со слабой рукой можно победу забрать. Это надо уметь.
уметь нагло уметь рисковать. Это особый талант, особый и сильный характер. Просчитать вариант, выбрать из сотни тактик. Игрок спокоен, как сталь, важна любая деталь. Важен любой результат, но нужен флеш-рояль. Тут своя вертикаль, любой может быть на вершине. Прийти на турнир пешком, уехать на машине. Можно и наоборот, пару бэдбитов подряд. Карты не знают чинов, карты летят наугад. Это моя игра, мой спорт, мой адреналин. Сегодня на ривере я иду all-in и посвящаю этому строки. Я игрок и по жизни мне все покер. Очень круто, я очень приятно удивлен тем, как Дина выступает вживую. На самом деле, я не ожидал. Честно, я мало слышал его песен, но мне очень понравилось. Ну и, конечно, песня про «Мне все покер». И клип все на высоте. Как-то я говорю, как будто рекламными слоганами, да, но они мне не платили, реально еще. Это от души. Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит масть. Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит мазь. Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит мазь. Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит масть. Ну, наконец-то покер и шоу-биз сошелся в одну большую тусовку. Это значит, что покер развивается в этой стране. Мы в это верим. Да. Значит, это значит, что покер будет на всех музыкальных телеканалах страны. Возможно, и развлекательных страны. Это значит, что мы делаем все правильно. Развиваем покер как можем. Делаем клипы, создаем песни. Так стесняется ваши аплодисменты! Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу, конкретно заходит мать. Мне все покер, я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале, этот банк огромен. Я его заберу, конкретно заходит мать. Друзья, удачи вам, карта! Пусть карта всегда прет, мать заходит. Спасибо, что вы сегодня были с нами. На тандем-шоу барабанщиков ваши аплодисменты, Паша! Ваши аплодисменты, Алексей!